Саратовский авиационный завод будут возрождать. Об этом заявил губернатор области. Он осмотрел производственную площадку бывшего САЗ, на базе которого планирует возвести новый авиационный завод, и назвал грядущий проект событием века. Потенциал предприятия оценила и наша съемочная группа. Этой стеной здесь был цех доводки, а там был цех покраски. Эти стены еще помнят, каким грандиозным было региональное авиастроение. Возродить былую славу намерены нынешние областные власти. На базе бывшего авиационного завода планируют запустить производство легких транспортных самолетов. Новую площадку собираются разместить в одном из цехов, общая площадь которого 8 тысяч квадратных метров. Скажите, тут что имеется? Тепло или как? Технологически как? К сожалению, на сегодняшний день в данном корпусе тепла не имеется. Тепла нет, да? Есть только электричество и вообще все. Решить коммунальные трудности – дело несложное. Главное, вся инфраструктура уже подведена, потому эта площадка – идеальный вариант. На ее базе можно в сжатые сроки возвести новое авиационное предприятие. Но предстоит продумать каждую мелочь. Главная сложность – возведение новой взлетно-посадочной полосы. Под нее уже подобрали место. Есть возможность. Сегодня как по площади, так и по взлетной полосе, со всеми теми условиями, что касается вот второй, как бы. Есть еще специалисты и жители, которые заводского района города Саратова хотели бы развернуться в это производство. И третье, есть еще вспомогательные участки, которые сегодня занимаются еще, связаны с авиацией, авиастроением. О кадрах губернатор говорит уже на заводе «Сокол», который сегодня проводит техобслуживание самолетов Як-42Д. Перспективы возрождения авиационного производства есть, теперь дело за привлечением профессионалов. Самое главное, конечно, при всем при том, это кадры. Но учитывая вот участок, который вы сохраняете, и сегодня исполняете функционал определенный, конечно, мы, если условия положительные будут, я думаю, что обрастем кадры. Конечно, если молодежь заинтересовать, можно привлечь. Абсолютно правильно. Уже на следующей неделе в Саратов прибудут специалисты корпорации «Ростех», которым предстоит оценить площадку для нового производства. Если цеха бывшего авиационного завода подойдут, уже в ближайшее время приступят к реализации масштабного проекта. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.